друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в мир путешествия сказки. Думаю, что всем знакомы слова Александра Сергеевича Пушкина. Сказка — ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Итак, сказка начинается. Однажды солнечным теплым летним днем бежала лиса по дороге. Бежала и думала, чем бы ей заняться. Такой чудесный день! О, пойду-ка я, наверное, в деревню, к старику, курочек его проведаю. И тут лиса засмотрелась на пролетающих ворон. Засмотрелась так, что упала в колодец. Воды в колодце было немного. Утонуть нельзя. Но и выскочить тоже нельзя. Сидит лиса в колодце, злится. Что ж мне теперь делать, как выпало из этого противного колодца? Господи! А вот там козел идет, умная голова. Бородой трясет, рогами машет, солнышко припекает, жарко стало воздуху. Видит, колодец на пути стоит. Заглянул туда, а в колодце лиса сидит. О, лиса, а что ты тут делаешь? Отдыхаю, голубчик. Наверху жарко, тут кукла на водичке сколько хочешь. А котик давно уже пить хотел. Какая ли водичка? Отличная, холодная, прозрачная. Прыгай сюда, если хочешь. Прыгнул ты в колодец. А лиса быстренько вскочила ему на спину, со спины на рога. Выбралась из колодца и говорит. Ой, эх ты, и прыгнуть нормально не смог. Всю шубку мою замочил. Сидит козел в колодце, с голоду умирает. О, бедный я несчастный. Вот так и умру с голоду в колодце. Спасите, помогите. Где же дедушка, где же внученька Машенька? Почему я один сам куляту схол? Спасите, помогите! А тем временем старик с внучкой везде ищут своего козлика. Уже и надежду потеряли. Слышу, внученька, слышу. Кажется, это из колодца. Заглянули старик с внучкой в колодец, а в колодце козлик сидит, на помощь зовет. Скинули они козлику веревку и вытащили колодца рога. О! Спасибо тебе, дедушка, спасибо тебе, внученька, Машенька. За то, что вы меня из колодца вытащили. Если бы не вы, я бы за много с голоду умер. Как же ты попал в этот колодец? Ух, меня лиса обманом заманила. О, спасибо, Машенька, спасибо.
Пойдем домой, я на камне. Хорошо, пойдемте домой. Старичночка, что нашли своего козлика, а козлик, что жив остался. Вот и сказочке конец. Вот и сказочке конец. А кто слушал?